Приветствую вас, ребятишки. Значит, мы должны сейчас, короче, искать этот склеп, потому что, скорее всего, что именно в нем будет, короче говоря, это дерьмо, то этот хроманин. Нам бы только вспомнить, где именно этот склеп будет. Ну, хотя вообще, вроде бы, я вроде бы так... трошки вспоминаю, да, но не конкретно, так сказать. Вот. Походу, нам куда-то вот в этом направлении надо идти. Там, помните, там раньше он был запечатанный, а сейчас он, по идее, будет открытый. Я так думаю. Но тут проблема, конечно, тоже то, что мы сейчас один хроманин-то найдем, а вот где потом остальные искать. Я же говорю, походу, надо будет целую цепочку квестов пройти, да? Это тоже, получается, такая херня сейчас будет. Надо будет сейчас, короче, это найти его, потом, блин, запускать форум или что, и вспоминать, где, короче говоря, остальные части должны быть, потому что... так я реально уже не помню. Кстати, что-то нифига монстров нету. Помните, тут реально раньше была куча монстров. Мы их, конечно, поубивали, но угловато ведь новая наступила. Я думал, что они, по идее, реснутся все. Да, видите, открывается проход, вот. А раньше тут было закрыто. Так что вот. Значит, я не ошибся. Это всего лишь парочка скелетов. Что-то я не понял. Только это слишком просто, да? Там буквально 2-3 скелета, я что-то не понял, прикол. Причем скелеты простых, да, как копейщик каких-то ссаных там. Боец, копейщик, да, то есть, ну. Вообще не оппоненты для нас. Но тогда больше я не буду уже обыскивать этих скелетов, потому что я же мы проклятое оружие больше не можем сбывать. Криол проклятое оружие таки не берет, а Ксардос пропал, поэтому... Извиняюсь, поэтому, короче говоря, да, я больше туда уже скелетов обыскивать-то и не буду, потому что смысла в этом никакого не вижу. Так. У нас тут какой-то древний кованый сундук. Книжные полки не обыскиваются. Тут еще какая-то книжка, да? Я это уже знаю. Ну, это уже братишка у нас знает. Братишка у нас уже ученый, да, он уже все знает. Алхимический стол нам не надо. Эта полка тоже не обыскивается. Я это уже знаю. И это он уже знает. Ну, ты смотри на него, а. Кстати, что мы там за зелье нашли? По-моему, эликсир жизни, да? Да. Так, 2127. Кстати, нас уже жажда практически мучает. Давайте хлебнем, наверное, этого грога. Да. И еще. И скушаем жареного мяска. Отлично. Ну, сейчас хоть ладно. То, что его так вот распидорасило. А сейчас он хоть действительно выпил там две бутылки грога. Сейчас еще ладно. Даже не будем жаловаться, да? Так, старая книга, это, наверное, и есть хроманин, я так подозреваю. Алхимическая колба. Только что-то я не понял, в натуре какая-то пещера слишком простая. По-моему, здесь раньше, помните, здесь, по-моему, раньше был этот самый призрак, да, призрак американского империализма. И, по-моему, вообще дофига кого было, ведь на самом-то деле трость. Да, и еще здесь, по-моему, была вот эта вот коса, помните, гнев Назгула, или как она там называлась? А сейчас я ее что-то не вижу. Ну да, братишка же приходил уже в себя, уже сколько времени прошло, какого хрена туда до сих пор еще навалены. Да, вот, отлично. Ну, дать Беляру, что ли, помолимся. Да. Раз уж такие дела. Еще тут, по-моему, какой-то потайной проход должен был быть. Так, ладно, давайте посмотрим, что мы там нашли за старую книгу. Нет, это зал Эльдората. Вот, Хроманин, часть 1, да. Интересно. Тот, кто готов отказаться от всех... от всех, ёпты, темных страстей и следовать тропами правды, должен изгнать...
должен и знать, где сокрыт источник моей силы. Найдя его, он будет способен разрушить все, что соединяет его с этим миром, и покажет, что он готов принять знания Хроманина. Под сенью старых темных скал бродились камни ради злата. На склеп наткнулся, и расплата пришла. Но страшный час настал. То страшный час настал. Блять, я вижу, они как-то изменили шрифт в этих книгах, да, у всех. И хуй поймешь теперь вообще, блять, что там написано, честно говоря. Так, хорошо. И тут такой сундучок у нас есть. О, там еще какое-то зелье, кстати, за сундуком. О, нифига себе, чуваки. Чего они провтыкали, да. Кстати, по-моему, загадка изменилась. По-моему, когда первую часть Хроманина раньше находили, по-моему, она была как-то проще, помните, да? Вернее, там другой был текст, а это что-то какой-то другой текст. Походу, они, наверное, изменили загадки. Так, влево. Влево, влево, вправо, вправо, влево. Влево, влево, вправо, 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 влево. Начнем заново. Вправо, 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 влево. Влево. Начнем заново. Так, влево, влево. Раз, два, три, четыре. Влево, влево, влево. Начнем заново. Влево, влево. Раз, два, три, четыре. Влево, влево, влево. Вправо, вправо. Начнем заново. Влево, влево. Раз, два, три, три, четыре. Влево, влево, вправо. Начнем заново. Влево, влево. Раз, два, три, четыре. Влево, влево, влево. Вправо, влево, вправо. Начнем заново. Влево, влево, раз, два, три, четыре. Влево, 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 вправо, влево, влево, вправо, влево. Начнем заново. Влево, влево, вправо, 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 вправо. Влево, 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 вправо, влево, вправо. Начнем заново. Блять, надо, наверное, бумажку доставать, да? Четыре. Влево. Начнем заново. Блять, я забыл уже. Влево, влево. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Вправо, влево, влево. Начнем заново. Так, влево, влево, раз, два, три, четыре, влево, 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 вправо, влево, влево, вправо. Начнем заново. Так, влево, влево, раз, два, три, четыре, раз, два, три, вправо, влево, влево, вправо. Начнем заново. Ага, потом вправо, вправо, ага. Раз, два, три, четыре, вправо, влево, влево, вправо, влево, влево, вправо, вправо, влево, влево. Начнем заново. Влево-влево, раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Вправо-влево-влево. Вправо. Начнем заново. А. Влево-влево. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Вправо-влево-влево. Вправо-вправо. Начнем заново. Влево-влево. Раз, два, три, четыре. Влево-влево-влево. Вправо-влево-влево. Вправо-вправо. Начнем заново. Влево-влево. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Вправо-влево-влево. Вправо-вправо. Влево. Начнем заново. Влево-влево. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Вправо. Начнем заново. Блять, ну ебаный в рот. Влево, влево. 3-4. Влево, влево, влево. Вправо, влево, влево. Вправо. Вправо. Влево. Влево. Начнем заново. Влево, влево. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Вправо. Начнем заново. Ну, сука. А я сейчас, да, нахуя мне бумажка, сейчас я. Ну, вы смотрите, да, потому что это же очень интересный геймплей на мнение разработчиков, потому что, да, это, конечно, пиздец как интересно, чего и говорить. Так. Влево, влево, потом вправо, 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 так. Влево, влево, раз, два, три, четыре, потом раз, два, три. Потом влево, влево, влево. Потом вправо, вправо. Начнем заново. Не, потом вправо. Потом влево. Так. Начнем заново. А, влево, влево. Раз, два, три, четыре. Влево, влево, влево. Вправо, влево. Начнем заново. Потом опять влево. Начнем заново.
Начнем заново. Влево, влево. Раз, два, три, четыре. Влево, влево, влево. Право, влево, влево, влево. Начнем заново. Так, влево, влево. Раз, два, три, четыре. Влево, влево, влево. Вправо, влево, влево. Вправо, вправо. Потом, по-моему, влево. Потом, по-моему, опять влево. Да. И потом опять влево. А, вот, все открыло. Так, хорошо. Я, правда говоря, вообще этого просто не понимаю. Зачем делать такие сундуки, блядь, да? Пиздоватизм какой-то реальный. Так, царский чар, кстати говоря, был. И парочка неплохих эликсиров. Вот реально, нахуя так усложнять все? Так, что мы там еще за эликсир какой-то нашли? По-моему, был какой-то особенный. Хотя нет, нифига. Странно, вроде бы так на вид мы там нашли какой-то супер эликсир, когда там, да, брали, но я ошибся. Тут, по-моему, какой-то должен был быть еще тайный проход. Я же говорю, блин, а? Я что-то такое помню, что тут, по-моему, где-то что-то такое, то ли рычаг, то ли что-то нажимал. И вот тут, по-моему, какая-то дверь открывалась. Или я что-то запамятовал. Вроде бы что тут ничего нету, да, только факел. Он никак не юзается. Ну да, похоже на то, что ничего тут нету, короче говоря, никого ни рычага, нифига. А, или это в конце надо будет, по-моему, сюда вернуться, и тут, по-моему, откроется какая-то дверь, да, и за ней будет, короче говоря, вот этот вот самый крутой скелетик там какой-то. В общем говоря, да. Ну что ж, первую часть Хромонина мы нашли. Кстати, я охранялась на очень просто. Реально, по-моему, прошлой версии тут много было больше скелетов. И вообще, они, по-моему, были еще и круче как-то, да? Я только не понял первую загадку. Если честно, походу они поменяли загадки, как я понял. И теперь, наверное, вторая часть будет уже находиться в каком-то другом месте. И это реально печально, если честно. Потому что я по этой загадке, которую они написали, я вообще ни хера не понял, да, честно говоря. И более того, там загадки даже и не виднеется, если честно. Да, там просто какой-то текст написан, тупорылый абсолютно. Да, и как отбить дупля, где оно там что есть. Кстати, монстры, походу, вообще не рестлились в новой главе, вы зацените, да? Пятая глава наступила, но ни орков не появилось, никого. Забавный момент, это я впервые такое возвращение вижу, да, чтобы наступила новая глава, а монстров вообще как было, так и осталось. Да я реально не ожидал, только вот драконий снайпер, да, вот там вот рестнулись, кстати говоря. Единственное, что порадовало, и все. Вот так вот мы сейчас тут бродим, смотрите, ни орков нету вообще, никаких ни зверей, да. Удивительно, просто что-то творится. Я же как будто не возвращение играешь. Ну да, рили, смотрите, вообще никого нету. Офигеть. Ну да, тогда, наверное, придется сейчас ставить, короче говоря, паузу и это самое... Гуглить, короче говоря, Хромонин Возвращение 2.0, да, иди искать следующую часть, потому что мне реально ничего в голову не приходит, если честно. Да. Слушайте, а орки возле замка хоть рестулись? Мне просто реально интересно. Если они еще и там никого не рестули, то я сейчас буду вообще офигевший. Это уже в натуре будет не возвращение, я не знаю что. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, и даже возле замки, смотрите, все зачищено, офигеть. Там он только какой-то один орк есть. Кстати, кого ходит только один орк, по идее... А, не, вон там еще есть, ага. Ну тогда ладно. О, это, кстати, старейшина, отлично. А, нет, это обычный черный орк. Мне сейчас сначала покажут, что это какой-то старейшина. Да, братишка, я Асгард, у тебя против меня нет никаких шансов, ты что? Так, что там у тебя есть? Сердечко, две золотых. Блин, еще и нищеброд, представляете? Один орк, одного орка рестули, и тот оказался нищебродом еще, а? Прям страшные вещи. Нет, там еще есть, короче, орки, да, я уже вижу. Просто забавный момент, да, вот в прошлых главах они их рестнули чуть ли не в полных объемах, а вот почему-то в пятой главе они их рестнули тут реально, ну, просто, может быть, какие-то там 10% или сколько, потому что, ну, согласитесь, их тут раньше просто один на одном были, а теперь вот буквально мы двух орков на 10 квадратных метров -то встречаем. Ладно, ставлю паузу и смотрю, где следующая часть Хромонина. Да.
Короче, ребята, возвращение пробило очередное дно. Я бы даже сказал, днище. Это просто пиздец. Оказывается, что следующая часть Хромонина, ну, вторая книга, да, она находится, короче говоря, в этой вот золотой шахте заброшенной, которую мы уже зачищали, блядь, да, и в которой, кстати, я почему-то резнулись, блядь, ползуны. Какого-то хуя, да. Я сейчас еще офигею, если тут раснутся сейчас все, блядь, скелеты, это вообще будет пиздец. Да и вообще, это пиздоватизм. То есть, ладно, то, что вы поменяли там местоположение этих, как бы, хромонинов, да, изменили загадки, это еще, в принципе, даже нормально. Ну, блядь, чё? Да, молодцы, блядь. Ага, скелетов нету, но зато тут теперь хуево тучат ползунов, я понял. Да, молодцы, там немножко даже, может быть, изменили геймплей, там, блядь, да, другие загадки. Тут еще, ладно, там сильно доебываться можно было бы и не доебываться, да. Но, блядь, охуенный вопрос у меня возникает по поводу того, нахуя было, блядь, во-первых, рестать тут всех этих ползунов. Вопрос второй, блядь. Да, это, короче говоря... Кстати, а золото здесь добывать можно? Или, может быть, тут просто и они рестулись, как думаете? Не, нифига. Да, просто зачем его в другие локации запихивать? Причем такие вот локации, как я жил, как вот это вот, допустим, та же самая золотая шахта. То есть, блядь, они же сами прекрасно понимали, разработчики, да, то, что любой игрок уже к этому моменту, это ж пятая глава в любом случае, потому что квест появляется только в пятой главе, да. То есть любой игрок уже, естественно, все сферы достанет, ему эти шахты, он уже их поисследовал, они ему уже не интересны, да. Любому игроку. И нахуй ему надо вот это вот возвращаться в ту же самую херню, блядь, и пиздец, в ту же самую местность зачищать. Это же бред ебаный. Почему они сюда еще наколошматили этих ползунов хуевую тучу, блядь? Пиздец. Я такого бреда, и я живу, блядь. Я вообще, я не вспомню, когда я встречал последний раз такой бред, блядь. Откровенный просто, блядь, пиздец. Я реально охуевший. Под грудой камней, ну, блядь, в принципе, загадка сходится, да, под грудой камней, тут кто хотел злато, да, золотая шахта. То есть, да, я согласен, блядь, даже в этом плане. То есть, да, сама загадка как бы сходится, да. Ползунов здесь, конечно, пиздец. Ну, это, правда, конечно, набьем, потому что ползуны сейчас довольно-таки простые для нас монстры, да, трудности не вызывают. При этом опыта за них дается более-менее. Ну, просто что я жру, блядь, ну нахуя это было делать вообще, блядь, я просто в ахуе, честно. Переходи в другую локацию, причем там и все следующие книги, они как бы тоже разбросаны по разным локациям, да. То есть, пиздец, я жил, блядь, переходи в другую локацию, чтобы найти, блядь, вторую часть Хромонина. Ну, вы реально ебанутые, что ли, блядь? И там, я жил, они все так разбросаны, получается. То есть, там они все в разных местах. То есть, ты сначала, значит, пиздуй вот сюда, находи эту книгу, потом, блядь, пиздуй уже в другую какую-то там, блядь, шахту или куда там, я не помню. Там в старой шахте будет, короче говоря, одна книга. Одна будет в затопленной башне Ксардоса, короче говоря. Ну, чтобы вы понимали, они разбросаны по всем вот этим вот локациям. Пиздец, блядь. Кстати, что-то я найти не могу. Сказали то, что возле плавильни. Старая, ну вернее, в этой золотой шахте. Вторая книга находится в золотой шахте возле плавильни. В бочке возле плавильни. Как они сказали. Или на бочке, да. Ну, плавильня вот. Я тут никакой бочки, если честно, не вижу. А вы? Ребятишки. Ой, блядь. Может, тут где-то? Вот бочка какая-то раздолбанная. Знаешь, не думаю, что там где-то. Написано было то, что да, я точно помню, то, что типа на бочке возле плавильни. Или как-то так оно было написано. Но туда уже идти-то очень далеко от плавильни, поэтому вряд ли. Ну а тут тоже получается, что тут.
Тут сундук только, да. Да, явно не здесь. Возможно, вот там вот. Да, наверное, вот там вот, короче говоря, я так подозреваю. Ну, перелезь, долбоёб, блин, да. Наверное, где-то вот в той стороне, я так думаю. Знаешь, единственный позитив во всем этом, то, что мы набьем опыта, блядь, и то, ну это смотря какой позитив, потому что сейчас, вот конкретно уже сейчас, мне этот опыт как бы до сраки, потому что мне надо этих ползунов навалить, я хуй знает сколько, чтобы уровень набить, блядь, да? Ну и да, и видите, там скелеты стоят, а скелеты точно реснулись, потому что мы всех здесь перебили, раз там скелеты, значит, по идее, они что-то охраняют, значит, по идее, как раз там будет следующая книжка Харманина. И опять-таки, я же вот взяли, напихали сюда, блядь, этих долбоебов, хуеву тучу. Да, блять, просто вот на каждый квадратный метр этих дебилов напихали, додиков этих, блядь, скелетов, блядь, ползунов, блядь, пиздец, заебешься убивать. А, вон она, я уже вижу, да, все, отлично. То есть, блядь, не знаю, может быть, не все согласятся, я не знаю, ну, блядь, может, я какой-то неправильный, но мне кажется, что это маразм. Да, вы поменяли загадку, в принципе, загадка сходится, то есть тут я как бы даже, я живу, тут я бы даже бы ничего бы не говорил, потому что, в принципе, молодцы. Хотя я живу, блин, переход между этими локациями, но это ж полный бред, да, вот нахуя было в другую локацию запихивать, да, до пиздуй до этой шахты, блядь. Ну, блядь, ну бред. Хм, интересно. Кто мертвых потревожит в покое темных скал, сам жизнь давно оставил и мертвой плотью стал. Наполнена пещера-то болью, злом и страхом, и озеро подчинено древним мраком. Ну да, вот это вот третье, короче говоря, по-моему, возле старой башни Ксардоса. Там написано была какая-то пещера возле старой башни Ксардоса. Да, Ксардоса, Ксардасио. Ну я же, ну просто вот эти же переходы между локациями. Вот мы сейчас припиздячили сюда, надо сейчас пиздячить теперь назад. Да, и, блять, ну это пиздец какой-то, реально. Где выход, блять? Походите, я что-то потерялся. Не, ну точно, конечно, не здесь выход, да. Значит, поедите где-то там. Блять. Так я не понимаю, а хули там ползуны, по-моему, потому что это, по идее, дорога к выходу, хули там ползуны стоят, мы же всех перебили, когда шли сюда. Блин, пиздоватизм, а. И это, я так понимаю, то, что каждая книга теперь будет так охраняться, то есть мы сейчас пойдем в ту локацию, там, наверное, тоже будет куча всяких долбоебов, да? Пиздец. Да, там что-то возле старой башни Ксардоса, какая-то там пещера, я так понимаю, та, которой мы проходили задание, это вот Кариста, да, духа Кариста. Только я, блин, плохо запомнил, где именно возле этой пещеры, а. Проклятый склероз, блять, а. Так, надеюсь, игра-то хоть сейчас не вылетит, блять, может паузу поставить. Да, наверное, лучше поставлю греха подальше паузу, ну его в баню, блять. Да, ребятки, прикиньте, кстати, игра не вылетела, да, а прикиньте, короче говоря, таки в натуре так складывается то, что вот эта вот третья книга находится в пещере боли, в которой мы вот тогда были. То есть они просто взяли, блядь, и поразбрасывали, так это нам куда? Это, наверное, тоже старый башник Сардоса, правильно? Ну да. Просто взяли и поразбрасывали, как бы, вот это вот, блядь, эти хромонины по разным, нахуй, блядь, точкам мира, это лютый пиздец, блядь, и у меня других слов реально нету просто. Это просто лютый пиздец, то, что они сделали. Я же, то есть, блядь, раньше было прикольно, потому что ты просто бегаешь по родниковой долине и собираешь их, а теперь ты должен как дебил, блядь, бегать по разным этим точкам, причем ты в них уже как бы был, да? Я же, ну, блядь, и разработчики это прекрасно понимали, то, что любой игрок уже на этот момент во всех этих местах был. То есть, ты будешь просто возвращаться в те же самые места, блядь, и, ну, это пиздец просто. Это просто лютейший пиздец. Там написано возле колонны у какого-то алтаря, или как-то так там было написано, короче говоря.
Ты сижу, возвращаюсь в ту же самую пещеру, блядь, неинтересную кишкоподобную пещеру. Сейчас, наверное, тут опять появятся скелеты, я так понимаю, блядь. Там 2 миллиона, блядь, нахуй, на квадратный метр, блядь. Ну это пиздец просто, вот реально, ну зачем, блядь, да, эти переходы между локациями, блядь. Блядь, сделали бы как раньше, просто то, чтобы они просто вот самой родниковой долине, блядь, нет, блядь, беги сначала в ту пещеру, потом в эту. Причем оно еще не в начале пещеры, а пиздуй хуй знает куда. Блять, это просто вынос мозга, а. Кстати, почему-то я скелетов пока что, во всяком случае, не вижу. И причем еще эта шахта, ну... Это пещера, вернее, хуй поймешь, куда идти. Ну это, по идее, мы просто не дочистили, да. Да, это мы, походу, просто эту комнатушку в прошлый раз не дочистили, я так подозреваю. Ну, и не зря, как видим, потому что тут ни хрена не было, по сути. То есть, да, я еще плохо помню, где тут что, короче говоря, в этой пещере. И очень вероятно, вернее, то, что мы будем сейчас в этой пещере хуй знает сколько времени бродить, чтобы найти этот алтарь, блядь, на котором будет эта ебучая третья книжка. То есть, ну такое, они изменили квест, да, но, блядь, опять-таки вот, ну у меня язык не повернется сказать то, что они изменили его в лучшую сторону, потому что это нихуя не так. Тут был этот, блядь, жнец, блядь, или как его там звали. Тут был босс. А, вот тут какой-то, кстати, алтарь же должен быть, точно, я помню. Да, вот. Тут же мы точно всех скелетов убили, какого хуя он живой, блядь. Блядь, написано на колонне возле алтаря. А, вон, я уже вижу, да, все. И быстро ваше перемещение как бы из этой локации нету, блядь, да? То есть мне сейчас придется, блядь, опять заново идти по этим кишкоподобным туннелям, чтобы найти выход, блядь, пиздец. Где там третья книга? Вот. Интересно. Руда и кровь, тоска и пот. Настигнет там грехов расплата, заставит гвачению власти, блядь, и злато проклятие душ. Короче, ну его нахуй. Я же они взяли, они реально ебанутые просто какие-то. Они взяли и изменили шрифт в этих книгах. Я же говорю, таким образом, что хуй поймешь, что там написано вообще. Вот, ну, блядь, серьезно. Нихуя непонятно, что там написано в этой книге. Вот как ее, блядь, прочитать, блядь. Как разгадать загадку, если хуй прослышь, что там написано. Вот рили, блядь. Я же пиздоватый какой-то шрифт взяли, блядь. Непонятно, где там какая буква, блядь. Пиздец, блядь. И ты больше, когда читаешь эту книгу, ты больше, как бы, блядь, догадываешься вот так вот, что называется, интуитивно, блядь, да? Пиздец, просто какой-то лютый, блядь. Ну да, следующая, значит, будет в старой шахте. Четвертая книга будет в старой шахте. Опять-таки возле плавильни, а старая шахта, она же вообще пиздец здоровенная, вы же помните, блядь. Вот, если в этой шахте, которая вот, блядь, мы только что были, там, по крайней мере, же, блядь, туда добраться просто, как бы, да? Там недалеко до этой плавильни пиздячить. А вот эта же старая шахта, там же она реально охуенно большая, блядь, я журю, блядь. Она реально охуенно большая, и хуй вспомнишь, как бы, блядь, и как там до той плавильни добраться, и еще и времени на это хрен знает сколько угробишь, блядь. Я же вижу, просто вот во имя чего, вот для чего, ну, блядь, неужели, блядь, кто-то скажет, то, что вот это вот реально, типа, интересный геймплей, то, что ты бродишь как долбоёб, блядь, по местам, в которых ты уже был, блядь. Сука, блядь, да, и, блядь, я опять проебал, не в тот туннель пошел. Да, по тем же самым, блядь, местам бегаешь, блядь, пиздец, и ищешь эти книжки, блядь. Ты еще и хуй поймешь, куда идти, потому что, жу, эта пещера, она реально, блядь, жу, как кишка, и я нихуя не помню, блядь, тут выход, блядь.
Кирку, блядь, зато нашли. Охуенно, охуенно, блядь. Ну, по крайней мере, как видим, мы в прошлый раз эту пещеру не полностью дочистили, и у меня грызли сомнения, что, блядь, да, может быть, тут было еще что-то толковое, но, как видим, это нихуя не так, потому что вот сейчас мы бродим, да, и ничего толкового мы не находим. Я сейчас буду выход из этой пещеры искать, блядь, 3 часа, блядь. Да, чтобы вы не сомневались, потому что я хуй его знаю, где тут выход. Я вижу, пещера, блядь, просто однообразная. А, ну вот, это походу к выходу, блядь, да, я вижу, блядь, просто, блядь, кишка и хуй простыш, где ты был, где не был, блядь. Ой, блядь, это пиздец. И опять сейчас будем выходить и бояться, чтобы у меня не вылетела игра, блядь, нахуй. Мне же, блядь, впадло каждый раз, блядь, ставить паузу, если честно. Это лютый пиздец, реально. Это просто лютый пиздец. Вот, блядь, правда, мое мнение таково. Так, куда нам теперь надо телепортануться, чтобы эту старую шахту? Это, наверное, опять-таки к началу только прохода, да? Ну да. Наверное, оттуда будет удобнее всего. Так, давайте еще раз посмотрю на всякий случай. Она точно в старой шахте, а то мало ли, вдруг я проебал, чтобы я еще не зря хоть это. Да, в старой шахте лежит в отлетении с ползунами недалеко от плавильни. А, так это еще не все. Это, смотрите, это значит сначала будет еще в старой шахте, потом еще в затопленной башне Ксардоса будет, блядь, в одной из комнат эта книжка. А уже потом нам надо будет идти в каменный форт, там будет последняя, блядь. А уже потом надо будет возвращаться в этот склеп, блядь, и убивать там этого скелета. Пиздец, нахуй. По-моему, кстати, раньше из самих книг Хармонина было меньше, если я правильно помню, да? По-моему, реально раньше и книг этих было, по-моему, 5 частей, блядь, всего вместе, а теперь 6. Плюс еще иди в последнюю, блядь. Ну, блядь, бред ебаный, а. Сука, ну дебилизм, блядь. Я жу, они, блядь, ижу. Раньше ты просто по рудниковой долине бегал их собирал, а теперь они, блядь, каждая в отдельной локации находится, что называется, да, блядь. Та в той шахте, та в той шахте, та, блядь, вообще вот в этой затопленной башне, блядь. Пиздец, я жу, блядь. Ну ладно, еще такие места, как затопленная башня или вот эта вот золотая шахта, они хоть маленькие по размеру, и там добраться, допустим, до той же плавильни какой-то условной, там недалеко. Ну вот, блядь, я жу, вот на примере вот этой вот, допустим, херни. Кстати, меня уже жажда почти мучает. А, на примере вот этой вот херни, блядь, которую мы только что, блядь... А, да. Которую мы, вернее, сейчас пойдем в эту вот старую шахту, да? Туда же добраться до плавильни, это хуй знает сколько времени надо потратить, блядь. Пиздец, просто какой-то лютый. Я же просто вот кто это придумал, кому это пришло в голову, это же, блядь, ну пиздец просто. Я же, неужели кто-то скажет, что это интересно, то что это улучшение геймплея? Ну это же, блядь, ну какое нахуй улучшение? Вот, там винище было, кстати. Ничего себе. Четенько. Чтобы описать весь пиздец происходящего, мне не хватит моего словарного запаса, ребятишки, блядь. Ой. Кроме того, что он в старой шахте, так сюда еще, блядь, еще и хуй знает где в этой старой шахте. Мне пришлось перепиздячить, наверное, около 1000 этих ползунов. Но я не знаю, может быть, они это еще знаете, для чего сделали. Помните, там в самом конце нам даже надо будет поддержкой заручиться всяких войск там, да? И в том числе нам нужны будут охотники. Для охотников нам нужно будет поделать эти доспехи из панцирей ползунов. И, может быть, они для этого это сделали, чтобы мы, типа, побегали по этим шахтам, перепиздяли тут не знаю сколько этих ползунов, и, типа, как панцири себе размутили. Потому что мне сложно найти какое-то другое объяснение. Ну вот, четвертая часть... Да, это, короче говоря, в затопленной башне Ксардоса будет 5-я книжка. Да, то есть это просто лютый пиздец, реально, вижу, блядь, не знаю, сколько надо было перепиздялить этих ползунов, блядь, чтобы, короче, сюда вот пробраться, блядь. Причем, вижу, ну, блядь, в золотой шахте там еще было нормально, там, по крайней мере, я же туда не сильно глубоко надо было, как бы, пиздячить, да. Там, по крайней мере, ты буквально хоп-хоп, и ты уже на месте. А в старой шахте здесь просто пиздец, сколько надо еще добираться, как бы, до этого места. И, честно говоря, можно просто банально подзаебаться, да, пока доберешься, прям скажем. Я жую, сейчас, получается, пизду еще в затопленную башню Ксардоса, а потом уже, слава богу, она будет уже в той херне. То есть, ну, серьезно, я просто охеревший, как по мне, это полнейший бред, абсолютно неоправданный бред, да. То есть, непонятно для чего сделанный бред, блядь. Я же, по-моему, лучше бы они оставили бы все как есть. Пускай бы сделали, да, то, что тебе теперь нужно пройти этот хромонин, и то, что до поры до времени бы там тот склеп бы не открывался, ладно, хрен с ним. Но вот здесь вот реально, как по мне, это просто полнейший бред. Я же, бегать по всем этим локациям, до которых довольно-таки тяжело добираться, в которых ты уже был,
Как бы, да, и то есть тебе вот уже реально делать нечего, кроме как вот как раз забирать эту ебучую хуйню. То есть, да, и я же, как по мне, это просто пиздец какой косяк, и вообще, ну, блядь, кто это придумал, это, блядь, маразм просто, блядь, 90-го уровня, 100-го уровня, да, то есть вообще ничем не оправданный и не обоснованный. А более того, я еще пока добирался до этой старой шахты, помните, там же надо по такой лестнице подниматься наверх, блядь, чтобы попасть в эту локацию, и он какого-то хуя подымался наверх по этой лестнице, и ебался вниз автоматически сразу же. То есть я даже не успел никакую кнопку нажать, он уже падает вниз. И я, наверное, только где-то с попытки, наверное, 20-й, блядь, умудрился, короче, я туда залезть, блядь. Спалил хуй знает сколько времени и нервов, но, блядь, залез, да? Ну, то есть, ну, блядь, ну пиздец, одним словом, да, я же говорю, ну, блядь, у меня слов нет. Я же говорю, ну ладно, если бы это хоть было бы там как-то интересно, что ли, да, там, блядь, что-то бы уникальное мы там бы, блядь, увидели или сделали. Ну, хули тут, блядь, прикольного или интересного, да, он, блядь, пиздец. Бегай в эти шахты, в которых ты уже и так 100 раз был, блядь, да, чтобы забрать эту книжечку. Да еще и полбеды забрать эту книжечку. Другая же полбеды в том, что еще, блядь, еще и хуй знает где. Они в самую пизду как бы засовывают. Так, старой башни Ксардоса. Они же реально в самую пизду засовывают, получается, блядь. Давайте поспим. До утра, до рассвета. Да, эту книжку, то есть, блядь. Кроме того, что пиздуй в эту шахту, так еще иди практически на самый ее нижний ярус, да, блядь, чтобы достать эту херню. Чуть ли не там, где уже сфера, по сути, блядь, да. Вы бы еще дальше бы ее запихнули, блядь, еще бы интереснее было, было и увлекательнее, блядь, да, играть. Я же, я вообще вот в процессе прохождения, я вот просто не понимаю, чем руководствуются разработчики. Я же, ну, некоторые моменты здесь не то, что вызывают вопросы, они просто вызывают, блядь, именно что охуевание, да, от того, что они делают. Вот реально, ну, вот, блядь, ну как им взбрело это в голову, да, и вот, блядь, ну вот как в их логике, извращенной, блядь, да, даунской логике, это должно было, блядь, прикольно выглядеть. Я не понимаю, вот реально, ну что здесь интересного, что здесь прикольного? Вот хуй его знает, вот правда. Так, значит, нам надо к старой башне, вернее, затопленной башне Ксардоса. Как туда лучше всего добраться? Наверное, как-то так. Ой. Да, как-то так. Ой. То есть сами загадки, в принципе, да, они сделали неплохо, плюс то, что и догадаться, в принципе, несложно. Да, и действительно, как бы описание соответствует. То есть загадка соответствует тому, где находится как бы та хрень, которую ты ищешь. А, в этом плане не откажешь. Блять, я забыл, где-то затопленная башня, пиздец, а. Блядь, да как так-то, а? А, она же, кстати, по-моему, где-то возле этого каменного форта и должна была быть, или нет, ребят? Вы не помните? А, все, я сейчас вспомню. Или не вспомню, хуй его знает, я уже забыл, где-то залупа, блядь, находится, если честно. А, вот туда, вот туда. Или нет? Ой, блядь. На, и плюс еще жжу, еще и хуево помнишь, где оно все находится. Это, блядь, ну это такой пиздец, реально, одним словом. Но это же к каменному дракону, по-моему, дорога, по которой мы сейчас идем, да? Или нет? А, вот, по-моему, сейчас вот сюда, и, по-моему, тут будет эта херня. Да, вот она, все, слава богу, вспомнили. С горем пополам. О, тут карась, кстати говоря, отлично, мы еще карася нашли. Ну, правда, толку вот этого не шибко много, потому что в любом случае мне не хватит карасей, чтобы сделать два пирога. Да, на один там не хватит, а на два по-прежнему не хватит никаким образом, поэтому тут как бы такое. Если бы можно было бы, допустим, эти хроманины доставать поочередно, то есть если бы не было этого пиздоватизма, то, что ты вот нашел первую часть, и только тогда появляется вторая в своей локации, да, соответственно, после второй третья, то было бы еще нормально. Ну, то есть вы поняли, чтобы можно было просто банально... Я ж тут всех убил, какого хуя? Блять, мне этот долбоеб отравил, блять, сука.
Где-то мое противоядие. Так. Ой, я слишком крутое зелье выпил, ну ладно. Ну да, то есть, если бы, по крайней мере, бы, я же говорю, то есть, ты мог бы просто, вот ты раньше бегал, вот здесь сферы доставал, и мог бы эти книги достать все раньше времени, да, и они бы у тебя уже просто были бы, то еще ладно, как бы, нормальная была бы херня, я бы там сильно бы и не парился бы тогда на самом деле, потому что хер с ним. Да. Ты бы их уже всех насобирал бы просто банально, и потом бы уже... И зомби заебывают, если честно. Блять, это какой-то пиздец. Как он сейчас умудрился меня отравить? Ну что это за пиздец, ребята, блять? Ну серьезно, вы нахуй издеваетесь, что ли, надо мной, блять? Я в ахуе. Вот, блять, он один удар, блять, наносит, нахуй, и сразу же тебя отравил. Ну, блять, пиздец какой-то с этими зомбаками, нахуй, да? Из этого еще пиздоватизма в управлении, то, что здесь это автонаведение, блядь, ты, блядь, пытаешься захватить сначала зомбака, но какого-то хуя тебя автоматически наводит до скелета, этот долбоеб успевает нанести один удар, блядь, и, естественно, с первого же удара наносит на тебя отравление. Ну, это пиздец, реально. Это слава богу, что у меня просто еще хоть много этих... как их, блядь? Да, много этих ебучих, блядь. Там еще один ебаный в рот, блядь. Да, противоядий. Пиздец, сколько там этой нежити. Ебать копать, блядь. А у меня же освященные стрелы есть. У меня еще есть этот святой посланник лук, да. Но я, если честно, просто не хочу, блядь, сейчас этот пояс одевать. Да, это ж мне надо пояс ловкости одевать, чтобы им пользоваться. Блядь, нихуя, если он меня не отравил даже, представляете? Так, где-то мои освещенные стрелы. Вот. 228 у меня, кстати говоря, стрел освещенных. Представляете, какая херня. Да, не зря ж мы делали эти освещенные стрелы, правильно? Ну да. Так, я вот только не помню, в какой комнате, блядь, эта книжка будет. Ну ладно, хуй с ним. Освещенных стрел все равно много. Опыт нам все равно нужен, поэтому давайте даже все зачистим. Ради такого дела, блядь. Ебать, сколько их там, ебать. Ну, конечно, еще ебнут, чуваки, реально. Да. Нихуя себе, блядь. А давайте прочтем сейчас, сразу уж меня ебнули. Четвертая старая, ой, пятая затопленная башня, она в правой комнате. Ну да, в той комнате, короче, которую хуй как раз, блядь, замочишь. Понятно. Или вот это вот, да, оно мне уже нихуя не интересно, мне это уже просто унылое говно, блядь, как, собственно говоря, все это возвращение унылое говно, блядь, да, ебаное, нахуй, обоссанное, блядь. Так, собственно говоря, вот это вот, блядь, шахта, вернее, это, блядь, комната ебучая, вообще никому не интересная абсолютно, да. Но вот ты должен здесь перепиздярить, блядь, 2 миллиона, блядь, нежити, нахуй, чтобы, блядь, забрать эту ебучую следующую книжку, блядь. Сука, ну это такой бред, нахуй, ну, блядь, ну, сука, ну, ебаные вы дятвы, блядь, кто это делал, блядь, а? Серьезно, это, блядь, пиздец как заебывает, блядь, да, я же, блядь, тут, блядь, оно тебе уже нахуй как бы не упало, блядь, я же говорю, блядь, потому что, блядь, пиздец, нахуй, ты уже все, блядь, поделал, этот опыт, он тебе все равно ничего не сделает, да, потому что и так, как бы, блядь, опыта до хера, что называется, блядь. Ну вот из-за дебилизма, блядь, ты должен вот этой вот хуйней заниматься, блядь. Ну, рили, да, вот, блядь. Идиотизм, блядь.
Причем они что-то в натуре напиздяли этих скелетов, я хуй знает сколько, блять. Нахуя такое делать, да? Вот, же, почему я же, оно же нихуя не интересно, ничего. Ну вот ты, блядь, там ты ползунов должен перепиздярить 2 миллиона, но ползуны хоть убиваются легко там с одного удара, блядь, копьем, по сути, блядь, да? А тут ты, блядь, должен, блядь, перепиздярить сейчас 2 миллиона, блядь, скелетов, блядь. Тоже нахуй никому не нужных. Так, там жрец и скелет воин. А, ну все, мне пизда, да. И причем же, да, там они, блядь, взяли, напиздярили в одну комнату, блядь, получается, проклятого жреца, нахуй, да? Проклятого жреца туда напиздярили, блядь, и еще и нахуй, блядь, короче говоря, этих долбоебов, блядь, хуево, блядь, ну сука, сука, блядь, мне, сука, аж колоть, это дебилов этих ебаных, блядь, ну какой, сука, дядь его, блядь, это сделал, а, нахуй? Ну какого хуя? Ну что здесь интересного? Ну, блядь, объясните мне, блядь, имбецилу, вот что здесь, блядь, интересного в этом ебанутом, блядь, геймплее, нахуй, блядь. Надо быть полностью умственно отсталым, блядь, человеком, чтобы тебе понравилось в это играть. Ну, блядь, я хуй знаю, что еще тут добавить, блядь, реально, вот серьезно, блядь. Полностью надо быть, блядь, сука, умалишенным, блядь, дебилом, блядь, чтобы тебе это нравилось. Вот серьезно, блядь, я же говорю, я хуй знаю, что еще добавить, блядь. Какого, сука, дебилизм ебаный. Ну хорошо, я беру магические стрелы, а теперь давай освещенные, потому что ты, сука, взял какого-то хуя обычные стрелы, а считается, что пользуешься освещенными, блядь. Ух, сука, меня колотят от этого бреда ебаного. Да, они взяли туда двух этих демонических, у которых, блядь, по 3500 хп или по 4, блядь, нахуй. И этого, сука, дебила еще, блядь, сука. И всех, нахуй, в один квадратный метр, блядь, чтобы ты их хуй по одному выманил. Сука, блядь, ну дебилизм ебаный, блядь. Ну какой ты, сука, дебил это придумал, а? При этом оно у тебя еще все, блядь, пиздец как лагает какого-то хуя. Ну понятно, почему лагает. Здесь же, блядь, DirectX, блядь, 30-й, нахуй, блядь, в этой версии возвращения, да, блядь. Тут же нихуя себе, блядь, системные требования у игры, блядь, да. Сука, чего тут не залагали, долбоебы, блядь. Да, при этом оно все еще дико у тебя тормозит, блядь, нахуй. Это такой пиздец, реально, блядь. Блять. Так, его там дебил один, да? Слава тебе, Господи, блять. Так, а где этот проклятый жрец? Так, чистой магической энергии. Ой, блядь. Серьезно, ну, блядь, ты играешь, ты не получаешь ни удовольствия, ни хуя. Ты просто думаешь, когда уже этот бред ебаный закончится, и ты, блядь, пройдешь ее и забудешь, нахуй, как страшный сон. Потому что, блядь, это маразм, блядь, на маразме, а не модификация. Тут нехуй вообще о чем говорили. Ну, зато вот уровень подняли. Ну, спасибо, блядь, уровень подняли. Да заебись, блядь, 20 очей обучения. Я же в одну и ту же локацию беги, блядь, в миллионный раз, блядь, перепиздяли там хуй знает сколько нежити. Ну, ну, блядь, ну пиздец, реально. Вот кому это интересно, блядь? Интересно. Да хуй там интересного, братан, блядь, чё ты пиздишь, блядь? Ничего интересного в этом нету. Абсолютно, нахуй. Ой, блядь. Ну да, в прошлой версии возвращения это было куда интереснее, то есть ты, блядь, вернее, проще, да, блядь. Ты пошел, понаходил эти книги, они там никак не охранялись, пошел, ебнул скелета и все. А здесь надо тогда, блядь, сбегать, заниматься какой-то хуйней непонятной, блядь, хуй знает сколько времени. Естественно, у меня еще и вылетела игра. А, кстати, подождите, нам, наверное, даже не надо телепортироваться на самом деле, нам, наверное, просто надо сюда выплыть, а мы, наверное, не сможем, или сможем. Да, выплыть... И нам же где-то отсюда же надо будет их каменному дракону, собственно говоря, пиздячить. Да, к этому каменному форту, потому что последняя книга там, ну, вернее, предпоследняя, да, а непосредственно уже именно последняя будет
Непосредственно уже именно последняя будет, короче говоря. Ой, блядь, опять в том же склепе, мы просто туда вернемся, убьем скелета и с него заберем. Да, и та, которая в каменном форте. А, или нихера, это мы возле огненного дракона, а не каменного. Блять, я как к каменному попасть, я уже, честно говоря, и забыл. Ну да, это ж огненный дракон, точно. А, это вообще надо хуй знает куда. Ой, да короче, ну его нахуй. Давайте мы на этом, наверное, выпуск, ребятки, закончим, да. А в следующем уже тогда попиздуем, короче говоря, к каменному тому форту. Там заберем последний хроманин. Да, там заберем последний хроманин и будем радоваться жизни, что называется. Ну, короче говоря, возвращение это ебаный бред, ебаный стыд. То есть все, как я и говорил, и просто это все продолжается до бесконечности, да. То есть, блядь, я хуй знаю, сколько это еще будет продолжаться. Потому что, ну все, что ты здесь делаешь, все нововведения, это конченый маразм. Просто, блядь, до мозга костей. Я живу, блядь, даже хроманин, то есть, блядь, вообще он был интересный довольно-таки квест. Да, бегай, собирай книжечки, в конце видишь скелетика, в принципе, даже было неплохо сделано, но и это они умудрились здесь обосрать просто по полной программе, потому что это вообще неинтересно, это тупорыло, бегать по локациям, в которых ты уже миллион раз был, при этом при переходах между локациями у тебя вылетает игра, при этом просто в миллионы раз убивай толпы скелетов или ползунов, блядь, пробирайся в самую пизду, забирай оттуда книгу, потом возвращайся, блядь, сука, блядь, ну это пиздец, ну какому дебилу, блядь, это пришло в голову, у меня просто нет слов, блядь, пиздец. Ладно, да, давайте, ребятки, я вам, как всегда, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч. Пока.